Круглогодичное полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, полностью приспособленное для тренировочного процесса и проведения соревнований, в скором времени будет доступно для желающих играть в футбол. К полю примыкает административно-бытовой блок, оснащенный гардеробом, раздевалками, душевыми кабинками, тренажерным залом. Созданы условия и для маломобильных зрителей. На сегодняшний день основные работы на объекте завершены. Закончились полностью строительная и отделочная работа. Сейчас идет отладка слаботочных систем, вентиляция, охранная сигнализация, пожарная сигнализация. Ну, практически все готов объект. А вот эти балки металлические, которые над нами, 90 метров пролет, это, в принципе, очень редкое строительство, даже в России, не только у нас в Самаре. Футбольный манеж оснащен современными системами антитеррористической, пожарной безопасности, противодымной вентиляции, системой оповещения. Все системы, которые мы монтировали здесь, они в основном все смонтированы на отечественном оборудовании. Вот, и достаточно современные, в особенности системы контроля доступа. Оборудованы все двери, входа, зона персонала, все как бы по считывателям, по карточкам с веб-интерфейсом. На возведение футбольного манежа ушло 3 года. Его строительство стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Уже в этом году объект будет сдан в эксплуатацию. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.